Потеки на потолке и стенах – это последствия весенней опрессовки отопительной системы дома, рассказывают жители. Говорят, тогда вода хлынула в квартиры во всех 4 подъездах дома. Но это, по словам жильцов, лишь полбеды. С 17 на 18 мая у нас был разломан верхняя система отопительной на чердаке и украдено 80 вентилей сливных. То есть дом в это время находился на опрессовке, он был наполнен водой. На 4 подъезда хлынула вода на жителей, залила многие квартиры. Сейчас происходит то, что управляющая компания «Алком Гарант», они закрыли все чердаки и просто удалились на покой до октября, а осенью уже дадут кипяток. Пойдет там по отопительным системам и хлынет уже не холодная вода, хлынет кипяток. То есть вот тогда, возможно, будут жертвы разрушений, наверное. Коммунальщики пообещали к осени заняться этим вопросом. Однако жители обеспокоены, что о проблеме просто забудут. И тогда серьезных последствий с началом отопительного сезона не избежать. Кроме того, людей волнует проблема, которая остается нерешенной на протяжении полугода. Это разрушающиеся колодцы. Провалится какая-нибудь бабушка, или тогда будут с них спрос другой. Я все 10 писем предоставлю о том, что колодцы были рваны, разрушены, и администрация не реагировала никак. На Киевской, возле вьетнамского киоска, где огромная пешеходная тропа на метро Гагаринская. Сотни людей за день проходят, кто с продуктами, кто с чем. То есть реакции никакой. Жители всерьез обеспокоены и просят, чтобы к решению всех этих вопросов подключились вышестоящие организации. Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ.